Типичная картина для курорта в разгар сезона. В данном случае это Лаос. Скорее всего, большинство этих людей живут в гостиницах или, как их иногда называют в официальных документах, средства размещения. Впрочем, не у всех этих средств есть официальное разрешение на размещение туристов. До 10 тысяч машин в сутки въезжает в Сочи через пост Магри, выезжает 2 тысячи. Спрос на отдых рождает массу предложений. Однако некоторые из этих предложений вызывают немало вопросов у представителя управления по курортному делу и туризму администрации Сочи. ИНН, ОГРН, есть ли свидетельство о присвоении категории, на каком основании вы здесь вообще работаете, у вас здесь, как я вижу, столовая. Улица Декабристов, 197. Для отдыхающих его хозяева – владельцы гостиницы. Для проверяющих из администрации и полиции – люди, которые незаконно занимаются предпринимательской деятельностью. Документов, подтверждающих обратное, предоставлено не было. Составляется справка и протокол, который отправится в прокуратуру, Роспотребнадзор и налоговую службу. Та же улица Декабристов, дом номер 167/1. И та же ситуация. Гостиный дом, как его называют сами хозяева, есть. Свидетельства о классификации, договора с сотрудниками, да и других официальных свидетельств легальности работы нет. У нас в соответствии с федеральным законом 310 на территории города Сочи обязательная классификация еще ведется с 2011 года. Если объект предоставляет гостиничные услуги по времени размещения, то не допускается без свидетельства о присвоении категории. Есть штрафные санкции индивидуальных предпринимателей от 7 до 10 тысяч, на юридических лиц от 40 до 10. Выявлять незаконные гостиницы и принуждать их владельцев оформлять работу по закону нужно постоянно. Такова позиция властей Сочи. Рано или поздно деятельность таких средств размещения приходит в законное русло. Отдыхающие получают большую защищенность, городская казна больше денег, которые в итоге идут на развитие курорта. Сейчас классификацию имеет более 90% сочинских средств размещения. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.